вырезали проводник, нет проводника. Этот. Что она тогда не помечена? А мы наметили. В этом она не метили. Вот этот проводник нужно будет поддержать. Если бы это было больше, они бы привязали его. А так некуда привязать. То есть тут ни одного цветка на ней не должно быть вообще. Угу. И перевод вот сюда, кончик срезать на... Нужно работать. Мы так пойдем порядку. Давай. Ну что, в принципе, тоже расслабляемся. Ну да, мы чуть-чуть. Она хрупкая, ее так не развозишь. Ага. До нее дотравиться. Если раскладывать так сильно нельзя, значит, вам нужно больше стричь середину. Потому что она уже не отложится так с ягодами. А затенение есть. Значит, тут, на этом сорте, сильнее будем осветлять. Но опять же, полностью уничтожать ветку нецелесообразно. Нужно просто выбирать. Сейчас давайте мы разоберем сильнее. То же самое было прирезано на то, что вот плотная проблема с... Вот с этим веником надо разбираться. Давайте сначала посмотрим. Это плодовые почки. Это плодовые почки, в принципе, она разогнется. В таком случае давайте смотрим, как она будет дышать. То, что слишком густо, это очень-очень густо. Значит, мы вырезаем все на кольцо. Да, тут на кольцо, потому что видите, такая у нее способность. Только оставляешь на две почки, она дает веник. Да, на кольцо, потому что ложится на соседнюю ветку. Да. Паш, вырезай, пожалуйста, вместе с этим сучком. Хорошо. Так, теперь смотрим. Это тоже ложится на соседнюю. Под кольцо, да? Да. Вот. Та ложится туда. А там перекресток. А та нагнется же. Та ложится сюда. Вот это еще тоже ложится. Но она тоненькая. Это практически не нагинается. В таком случае вот это мы подбудрить. Смотрю, сдали эти конкуренты. Вот тот конкурент сильный. Вот этот. Ага. Убираем. Так. Теперь на вот этой ветке конкурента. Вот тоже на кольцо надо вырезать. Да. О, вот так вот. Перевели. Так. Вот теперь получается мы ее сделали только один лидер. Ну что, ты пришел или нет? Надо, все-таки она... Сейчас я подойду. Все равно загущена.
одной точки две. Вот эту вырезаю. Вот это вот веточка. Уберутся лишняя. Ягоды потом. Вот это и вот это. Вот этот сучок убирай. Так. Тут осветлили. Все равно густо. Густое. Густое. Они все такие. Я бы вот так вот ее вырезала. А она в клею, я вижу, А, она в клею?